Изменения в проект областного бюджета на 220 миллионов рублей внесли члены фракции КПРФ. Во втором чтении, например, внесли поправки на развитие промышленности на 46 миллионов рублей. Ее поддержали, однако не на полную сумму, только на 18 миллионов. Вторая поправка была, это на 50 миллионов увеличить тем многодетным семьям, которые платят проценты по кредитам за улучшение своих жилищных условий. И на 20 миллионов мы попросили для молодых семей обеспечить их жильем. И на газификацию населенных пунктов тоже на 20 миллионов. Ни одна из этих поправок не была утверждена. Больше всего члены фракции КПРФ сожалеют о том, что не был принят закон о детях войны. Уважаемые избиратели, мы стараемся для вас, и поэтому мы не поддерживаем бюджет Рязанской области ни на 2020 год, ни на плановые 2021-2022 года. Напомним, что согласно проекту областного бюджета доходы в 2020 году составят 56,8 миллиардов рублей, расходы же 58,4 миллиарда. То есть бюджет изначально формируется с дефицитом, говорят депутаты Рязанской областной думы и члены фракции КПРФ. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».